Русского народа нет, уважаемый. Есть сброд, который называет себя русскоязычным. Пример я могу привести. На Украине пример. Туда, о нем говорил Александр Иванович, поехал, как говорится, фантаст Игорь Стрелков. Это человек очень толковый, грамотный, я его лично хорошо знаю, талантливый военный. Вместе с ним поехала из России, Молдавии, Приднестровья и восточных районов Украины где-то около 1000 добровольцев. И 1000 добровольцев примкнуло к ним в процессе боевых действий жителей Луганска и Донецка. Краткая справка. Луганск и Донецк вместе 4,5 миллиона жителей. 500 тысяч – это мужчины от 20 до 45 лет. 350 тысяч из них прошли воинскую службу и являются военнослужащими запаса. 50 тысяч из них – это офицеры. Офицеры в возрасте до 45 лет. Не как я, а в возрасте до 45 лет. Стрелков рассчитывал на то, что без большого труда ему удастся создать армию в размере 20-30 тысяч человек, где бы офицеров было, как положено, несколько тысяч. Возник вопрос с оружием. Он этот вопрос блестяще решил. Оружия сейчас там полно. Оружие, которым можно вооружить, причем мощное оружие. Очень мощное оружие. Армию на 30-40 тысяч человек. Сколько же из офицеров запаса пришло к Стрелкову? 50 человек. Ноль. Никто. Болтовни очень много, а желающих выступить с оружием в руках и жертвовать своей жизнью за то, чтобы сохранить страну и народ, оказалось 0,1%. 0,1%. Заслуживает ли такой народ вообще право на существование? Я сомневаюсь. Они должны пасть. И их, безусловно, победят. Потому что этого народа нет. Это сброд, называющий себя русским народом.